Группы лиц по предварительному сговору. Политвестник ТВ и Ари ТВ продолжают вести проект «Итоги Политвестника». В этой программе мы подводим политические итоги уходящего месяца. В этой программе мы будем говорить о том, что произошло в России в июле 2013 года. Невзирая на то, что, казалось бы, это летний месяц, тем не менее, событий было предостаточно. Смотрите сегодня в нашей программе. За Родину, за Навального. Манежная площадь разносит в щепки Киров-лес, но болотное дело засасывает все глубже. Хроника путинских репрессий. Горячие регионы. Пугачев взбунтовался, а Нижний Ломов чиновники поставили на счетчик. Мэрские выборы в Москве. Кремль виляет собякой. Сергей Семенович молчит, остальные кандидаты обличают. Смотрите программу «Итоги Политвестника». Поскольку наша программа идет в прямом эфире, вы можете связаться с нашей эфирной студией по скайпу ari.tv. А я представляю гостей нашей сегодняшней программы. Сегодня у нас в гостях член Координационного совета оппозиции Илья Константинов. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Ну, правда, я не совсем член, но я представляю своего сына, члена Координационного совета. Да, Даниила Константинова. Даниила Константинова. Но, тем не менее, вы все равно принимаете участие в работе КСО. И также у нас в гостях доверенное лицо кандидата в мэры Москвы Алексея Навального Наталья Пелевина. Здравствуйте, Наталья. В июле случилось невероятное. Заключенный под стражу Алексей Навальный был внезапно выпущен под подписку о невыезде. Тем не менее, атака на гражданское общество все-таки продолжается. И об этом мы представляем наш сегодняшний первый сюжет. Восемнадцатого июля судья Кировского суда Блинов вынес приговор Алексею Навальному и Петру Офицерову, приговорив их по делу Кировлеса к 5 и 4 годам колонии общего режима соответственно. Тем же вечером москвичи вышли на несанкционированную акцию протеста на Манежную площадь, чтобы выразить свое отношение к политическим судилищам, которые в России превратились в будничную реальность. Дело Кировлеса, как и болотное дело, кремлевский заказ, который отрабатывают ангажированные судьи. Эту систему пора менять, и если это не осознают наверху, процесс произойдет снизу. Я давно предупреждал о том, что, знаете, это как пружина. Вот можно арестовать там, как развожая его, привезти его в багажник, и ничего не произойдет. Можно посадить там Дальцова, можно еще кого-то бросить, можно кого-то обыскать, можно кого-то выгнать. Но наступает, как пружина, где-то предел сжатия. И вот сегодня, 18 число, я боюсь, что это точка невозврата, потому что я пока не вижу, как можно играть по правилам власти, если она не уважает закон, конституцию, если она не уважает собственный народ, если она идет на путь политических расправ, причем наглых, циничных, со своими политическими оппонентами. Это тот путь, который ведет только к одному, и мы с вами знаем цену этого пути, увы, к сожалению. И власть отреагировала. Уже на следующий день Навальный и Офицеров были освобождены из-под стражи, а 20 июля вернулись в Москву. На Ярославском вокзале их встречала толпа восторженных поклонников. Встреча превратилась в импровизированный митинг. Если бы не вы, а не я и не Офицеров, мы бы не стояли бы на этом месте в ближайшие 5 лет. Спасибо! А вот жителям Ярославля так и не удалось отстоять своего избранного мэра Евгения Урлашова. Несмотря на митинг протеста, собравший в городе от 5 до 6 тысяч человек, бастрыкинские охранители вывезли обвиняемого в Москву, заключив под стражу в печально известной матросской тишине, лишний раз продемонстрировав полное презрение как к институту выборов вообще, так и к общественному мнению в частности. Такова логика репрессивной машины.
данном случае Урлашов не только мэр, да, он еще и гражданин этой страны. И он личность, которая требует себе такого же уважения, как любому другому. Собственно, я считаю, что это ведь не первый прецедент, да, подобного рода. А, к сожалению, это стало нормой. Это стало вообще частью нашей политической и вообще просто общественной жизни. Посмотрите, что с молодыми людьми сделали, которые принимали участие в протестных митингах. И также бросают в тюрьмы по сфабрикованным каким-то непонятным домыслам. Я считаю, что это как раз главная опасность для нашего общества скатиться опять в тоталитаризм и полное беззаконие. Между тем, судилище по болотному делу превращено в шоковую терапию для общества. Подсудимым не дают свиданий с родственниками, держат их в душном аквариуме во время заседаний, что напоминает скорее пытку, а не судебные слушания. В течение недели мы возили вентиляторы, я из дома привез вентиляторы, которые абсолютно бесшумные, которые можно установить было у этого так называемого аквариума, чтобы хотя бы там проветривался воздух. И целую неделю мы обращались и в Московский суд, Московский городской за Москворецкий председателя. Нам так разрешение не дали. И вот ребята целую, две недели практически, они к концу заседания уже просто в полукомовом состоянии были, потому что воздуха нет, и 4-5 часов сидеть без воздуха – это очень сложно. То есть элементарный вопрос не могли нам решить или специально делать. Сейчас требуют вентилятора до тех пор, пока не выведут из аквариума, а на самом деле требуют вывода из аквариума. Слушайте, они не обвиненные, они такие же люди, как мы. А если даже обвиненные, по всем правилам, ты можешь быть 1000 раз виноватым, пытки нельзя. Все, разрешения на свидание я получал в Следственном комитете непосредственно. И перед тем, как получить, всегда была беседа со следователем, который вел наше дело. И всегда нажим шел на то, чтобы убрать Муртазина из наших адвокатов. Нам предлагали других адвокатов и все прочее. Я в этом случае говорю, во-первых, у нас с Артемом нет никаких замечаний к нашему адвокату. Он действует совершенно правильно, я ему верю, он честный и делает все по закону. То есть никаких противозаконных действий нет. Дошло до того, что, следователь предложил пройти в курилку, повторяю, в курилку, где 15-25 минут мы с ним беседовали. Я не знаю, курилка – это такое место, где всегда говорят, кто кому сколько денег даст и все остальное. То есть меня хоть провоцировали, это обычная провокация. Вот. И вдобавок он ко мне всегда был обращен левой грудью, как говорится. И там наверняка был диктофон. Слушайте, у меня только одно слово – нелюди. У нее своих детей нету, этой судьи, чтобы так маме отказывать свидание с сыном по столько месяцев. Что там сидят? Убийцы, насильники, террористы, которые с поясом шахида взрывали целые деревни, что их надо держать в этом страшном аквариуме, что если они вырвутся, они нам сметут всю страну. В чем дело? Кто там? У меня нет слов, чтобы на это реагировать. Как это так? Мама просит свидания с сыном. Сын не взорвал, не затопил Крымск, поезд не подрывал. Сколол немножко зуб охраннику. Не факт, что он, но он, может быть, за кого-то расплачивается за этот зубик этого ОМОНовца. Почему его надо держать в клетке, мучить, чтобы он там задыхался, дох, чтобы его не кормить, чтобы он в туалет не ходил, чтобы он не мог с мамой повидать, чтобы он на стуле не мог сидеть? Это где мы живем? Я не понимаю. Право на свидание с родными – это такое священное. Я даже, честно говоря, не припомню в практике, чтобы такое было еще по какому-то делу, чтобы не давали свидания и устно, неофициально связывали момент свидания с моментом дачи показаний в суде. Это, в общем, очень похоже на некое принуждение к каким-то признаниям, то есть это против Конституции. В том числе 51-я ее статья, право не свидетельствовать против себя, и право обвиняемого вообще давать показания или не давать, и в какой момент давать. Как это можно увязывать со свиданием с родными, я понимать отказываюсь. К сожалению, в процессуальном порядке это обжаловать невозможно.
Ну, соответственно, значит, нужно обращаться всюду для того, чтобы было такое общественное мнение справедливое. И по этому вопросу в том числе, как и по многим другим. Вот то, что сейчас сменился зал, уже там я не склонен считать, что это вообще какая бы то ни была победа, потому что это больше такая показательная уступка в том, где сильная сторона ничего не теряет и ничего не проигрывает. Она только будет себе присваивать право говорить, что она прислушалась и проявила гуманизм. А по существу все как было, так и осталось. Те же пыточные условия. Та же невозможность осуществлять защиту, контактировать между подзащитными и защитниками. Вот, та же ограниченная слышимость в условиях этого помещения. Поэтому вот это все одного ряда. Но особняком, безусловно, стоит вот этот вопрос со свиданиями. Это просто откровенно бесчеловечно. Никакими разумными соображениями это не то что оправдать, даже объяснить невозможно. 2 августа была изменена мера пресечения одному из обвиняемых по болотному делу – Николаю Кавказскому. Содержание под стражей ему заменили на домашний арест, что, в принципе, ничего не меняет по существу. Атака путинской хунты на гражданское общество продолжается. Итак, Кремль продолжает нарезать политическую резьбу. В этом плане у меня сразу же вопрос к нашим гостям, сначала к Наталье Пелевиной. Наталья, скажите, пожалуйста, вы действительно верите, что освобождение Алексея Навального, вашего доверенного лица, это результат протеста 18 июля, а не игра одной из башен Кремля? Я склонна думать, что все-таки это действительно реакция власти на то количество людей, которые вышли за Алексея. Мы никто этого не ждали, я была в Кирове. Мы думали, что вот, собственно, все. Мы были у СИЗО, сидели, ждали, собственно, что будет дальше, и уже собирались возвращаться в Москву, когда пришла такая новость. Но мы мониторили постоянно, что происходило в Москве. И, конечно, даже среди нас, его сторонников, был некий скепсис по поводу того, сколько людей выйдет в результате этого приговора. Вышло очень много людей. Я думаю, что действительно это была реакция все-таки моментальная, просто вот действительно... Срочно был как-то, наверное, собран некий совет, который принял решение путинских людей, естественно, с ним во главе, я подозреваю, которые приняли решение немножко отпедалить на время назад, чтобы вот этот спал этот вот накал, который произошел и который привел к тому, что была самая крупная за историю современной России несанкционированная акция. То есть что это могло повлечь дальше, наверное, власти тоже, как и мы, предполагать не могли, и, наверное, я полагаю, что испугались действительно. Но ведь смотрите, Алексей на свободе, а люди по болотному делу продолжают находиться в тюрьме. И Удальцов, кстати, под домашним арестом. Это никак не повредит вашему доверенному лицу в плане имиджа, что вот, дескать, он-то ему хорошо на свободе, а вот остальные, то есть все за одного-то хорошо получается, вот один за всех. Ну, это решение принимал не сам Алексей, он, собственно, сам уже приехал в Киров, он готовился к этой посадке, к приговору и к заключению под стражу. Он приехал с большой сумкой, то есть, собственно, решение о том, что вот он оказался сейчас на свободе, слава богу, конечно, а ребята по 6 мая сидят, это трагедия, что они сидят, мы должны бороться за их свободу, безусловно, тоже, и за свободу, безусловно, и других, и Удальцова, и всех остальных, кто сейчас идут по политическим процессам, проходит по политическим процессам. Мы будем за это бороться, и Алексей постоянно упоминает в своих общениях с людьми, с гражданами, сейчас он проводит много встреч с избирателями, конечно, и вот этот беспредел, который происходит, тоже, безусловно. Мы еще поговорим о его встречах с избирателями. У меня вопрос к Илье Константинову. Илья, известна аксиома «жестокость порождает только жестокость». Скажите, пожалуйста, а в чем смысл демонстративных издевательств над теми, кто и так уже сидит больше года ни за что? Ну, я, честно сказать, не думаю, что лично Владимир Владимирович Путин, сидя в своем кремлевском кабинете, дает указания лишить встреч с родственниками. Я не думаю, что это выглядит таким образом. Я полагаю, что это уже инициатива низов. Угодливые дураки? Во-первых, угодливые дураки. Во-вторых, по моим наблюдениям, вот по личным моим наблюдениям за полтора года процесса над моим сыном, я пришел к выводу, что
в крови, уже в костях, может быть, у работников правоохранительных и судебных органов сидит некая парадигма: подсудимый должен быть сломлен. Вот сломлен, виновен, невиновен, осужден, не осужден, это уже вопрос второй. Сначала сломлен, и для этого используются различные методы психологического и физического давления. И вот лишение встреч, лишение возможности нормально питаться, так сказать, обстановка в камерах, которая иногда специально создается, нетерпим, гнетущая, да. Это все направлено на решение вот этой главной задачи. Сломить волю обвиняемого. И априори, еще задолго до суда, задолго до признания или непризнания его вины, в сознание его внедрить, что он ничто по сравнению вот с этим государственным молохом, который в любом случае его перемерит. Вот. Илья, ну ведь ваш сын, например, тоже попал в жернова этой системы. Как там сейчас продвигается дело Даниила Константиновича? 9 августа в Чертановском суде начнется, наконец, процесс по существу дела над моим сыном, над Даниилом Константиновым. И начнется с того, что он будет давать в первый же день заседания, он будет давать показания, в том числе и о политической стороне этого дела. Прошло уже полтора года. Они уже практически все выработали, выбрали все сроки. Дальше тянуть репрессивный аппарат уже не может. И хотя у них нет никаких доказательств и никаких аргументов в защиту своей позиции, но я лично, так сказать, больше уповаю на общество, чем на суд. Наталья, к вам вопрос. Каким образом можно привлечь внимание общественности к делу 6 мая? Ведь на самом деле только общество может повлиять каким-то образом на эту власть, которая продолжает накручивать гайки в стране. Ну и, конечно, использовать те ресурсы, которые у нас есть. У нас, к сожалению, выхода в СМИ в такие федеральные, так сказать, нету. Мы должны своими силами это продолжать делать. Безусловно, ходить на процесс, безусловно, писать о нем постоянно. Конечно, вот хорошо, что вот в вашем сюжете Лия Хиджакова очень так по-человечески озвучивала свое видение всего этого ада, который происходит. Она вообще человек не безразличный. Она очень не безразличный человек. Я с ней имела счастье тут на днях тоже пообщаться. Вот побольше нам нужно таких людей, собственно говоря, и не только среди известных медийных персон, да и вообще, конечно же. Потому что, да, ощущение, что большинство россиян по-прежнему не знают о процессе достаточно. Или, по крайней мере, у них очень однобокое, безусловно, видение этого процесса. Поэтому у нас мало ресурсов, у нас мало возможностей донести до большого количества россиян то, что происходит. Но вот вы молодцы, и есть еще и другие ресурсы, слава богу, у нас что-то есть, мы должны, конечно, это максимально использовать, продолжать максимально использовать, потому что только общественное мнение, наверное, я надеюсь, как-то может все-таки переломить ситуацию. Если только хоть не будет какое-то решение сверху, как иногда часто, ну, в России действительно исторически бывает. Должны работать на свободу, так сказать, ребят, но они собой олицетворяют всех тех, кто не безразличен и кто вышел, выходил и выходит, продолжает на улице. И, собственно, мы боремся за наше общество, за будущее страны таким образом, потому что это очень знаковый процесс. И, к сожалению, понимание этого больше есть на Западе, чем в России, что это знаковый процесс. Спасибо вам за ответы. А мы переходим к следующей части нашей программы. Всем, кто сейчас звонит по скайпу ari.tv, я хочу напомнить, что мы включим обратную связь минут через 20. Невзирая на то, что в России лето, пора отпусков, июль — это такой месяц, когда люди обычно отдыхают на дачах или просто уезжают в отпуск, июль месяц в России выдался непривычно горячим. И об этом наш следующий сюжет. Сюжет из регионов. А вот в Обске можно приблизиться, смотреть, что там растет зеленый?
Июль 2013-го для регионов России выдался неспокойным. Сначала взорвался город с красноречивым названием Пугачев. Чаша терпения жителей небольшого 40-тысячного городка переполнилась после убийства чеченцами местного парня Руслана Маржанова, недавно вернувшегося из армии. По словам вышедших на площадь протестующих, чеченцы давно творят здесь произвол. Полиция и местная администрация то ли в доле, то ли попросту ничего не хочет делать. Протестные акции повторялись несколько дней кряду, но межэтнический конфликт – лишь верхушка айсберга. Основная проблема – социальная. При постоянном росте цен на все и вся работы в городе нет, а все хлебные места держат приезжие с легкой руки местной власти. Производство разрушено, а народ вынужден не жить, а выживать. Это было последней каплей убийства, то есть, но в целом… То, что они, грубо говоря, малым количеством своим запланили все. То есть днем их не увидишь, когда люди работают и так далее. Но вечером на улицу выйти очень опасно, скажем. Вы говорите именно о чеченцах? Ну, конкретно да. А ведь наверняка многонациональный город. А другие представители других национальностей как себя ведут? Ну, татарский поселок у нас есть, ну, как бы он поселок в черте города. То есть с ними мы живем довольно-таки давно, они все нормальные ребята, учатся, работают все, то есть они нам ничем не мешают, не угрожают и так далее. С ними мы довольно-таки мирно живем. Скажите, пожалуйста, а каким образом вы видите возможность разрешения этого конфликта? Мирно, если возможно. Ну, как и все, только выселением. Иначе... Каким образом? Это уже должны решить власти по договоренности, я считаю, с ними. Этот конфликт утихнет, угаснет или все-таки будет как-то развиваться внутри и потом взрыв будет? Мы надеемся, что он не угаснет, потому что проблему нужно решать. Потом, она как снежный ком, если она будет накапливаться, то рано или поздно все равно бабахнет. Страх Божий тут. Давай. У нас здесь 8 сотрудников, мы называем их брат Ермощенко. Протягиваешься, просил. Русский идет на русском, блядь, отпускай его чеченец, и неужели ты ржет над нами, как идиоты, блядь? Вы тоже русские! Убили ребят, уже троих, за 3 года убили, по-моему, да. В общем, потом, значит, девушек наших насилуют в Перелюбском районе, выкидывают их из машин. Потом за это ничего, то есть... Власть не реагирует? Нет, не реагирует никак. Приезжали специально вчера из Перелюба люди, в общем, и обращались к властям. Сказали, мол, того раз смотрим там все это, ну, не знаю, в общем, что. Там целая мафия, в общем, зашругали народ полностью в этом, в Перелюбе. Так что, в общем... Скажите, а во что это может перерасти? Или как-то можно решить это полюбовно? Требуем, чтобы их отсюда депортировали. Так что все, последнее, это никаких больше переговоров, я не знаю. Власть к нам не выходит. Так что будем вот так вот устраивать постоянно здесь. Перекрывать дорогу, значит, будем. Но пришлый криминал ничем не лучше доморощенного. В Нижнем Ломове Пензенской области глава районной администрации Андрей Полазник, направленный сюда из Саратова, рейдерским огнем и мечом выжигает социальную поляну. Наезды на бизнесменов и выжимание денег из населения превратились в повседневный ад, от которого стонут нижнеломовцы. Дошло до того, что граждан заставляют приобрести общедомовые счетчики по астрономическим ценам при себестоимости в 14-27 тысяч рублей.
рублей, близкая к чиновникам фирма выставляет счет в 300-500 тысяч за один прибор. Непокорных вызывает в суд и штрафуют. Люди возмутились. Вы же все-таки глава города, и вы, наверное... Нормативных документов. Воровать! Воровать! Стулья, да? Сзади спроси. Вы знаете, я согласна. Компетенция не моя, компетенция не моя. Вам за что деньги платят? Просто меня избрали, посадили. Да, а что не спрось, все компетенция не моя. Ну, женщина, ну подождите. Они получают, и не 7 тысяч, наверное, как мы. Минимальную. Подожди. Ни один депутат ни одной копейки свою работу не получает. Он работает на добровольных началах. Вам перекреститься или поклясться? Мне не надо. Не надо, тогда обратитесь в прокуратуру. Если одному депутату заплатили копейку, этот человек будет... Воры, все жулики. О, да нет, на всех есть, у Жишки на всех есть документы. А что вы защищаете? Прокурор, прокурор спеша приехал тоже. Такой же жулик-вор. А какой к вам вопрос, если вы ничего не знаете? Ну, это вы говорите, что мы какой к вам вопрос, зарплату, если вы ничего не знаете? Работу. Не надо говорить. Скажи, сейчас, сейчас. У меня еще вопрос к главе города один. Скажите, пожалуйста, вы как глава города считаете, что должны вот в этих конфликтных вопросах проявлять инициативу и становиться все-таки на сторону жителей города? Это абсолютно верно, потому что мы их избранники, и мы отчитываемся перед ними. Но когда обвиняют в том, что депутат, который ни копейки не получает за свою работу, взяточник и казнократ какой-то, мы не... Речь сейчас идет не о депутатах, а о вас, конкретно о вас, как о главе города, да? Да, я согласен, что мы отвечаем за все и должны становиться на сторону, если есть возмущение жителей. Это правильно, но для этого есть прокуратура, которая скажет, что это факт, это нарушение, что это неправильно сделано. Только тогда мы можем обвинять кого-то, но не голословно вот так. Но ведь вы только что признали, что 450-500 тысяч за счетчик – это многовато, мягко говоря. 500 тысяч за счетчик. Для этого есть прокуратура, для этого есть ревизионная бригада. Давайте. Безнаказанность чиновничества – главная проблема нынешней России. Места во власти продаются и покупаются, в связи с чем воспринимаются как бизнес. Ведь если ты заплатил за должность, то должен отбить вложенные тобой средства. Отсюда и коррупция, и рост криминала, и недовольство россиян, которых никто не слышит. Требуем прекратить преступную деятельность главы Нижнеломовского района Пензенской области Полазник Андрея Николаевича в сфере ЖКХ. Незаконная установка общедомовых счетчиков по завышенной цене без года выпуска. Незаконная деятельность по водоснабжению и водоотведению, незаконная деятельность по благоустройству. Все это связано с освоением бюджетных средств частными подконтрольными организациями. Незаконная деятельность главы стала возможным в результате полной бездеятельности под крышей местной прокуратуры, полиции и областного правительства. Город Нижнеломов Пензенской области, улица Крылова, 856. А вот еще раз на камеру повторите, пожалуйста, по поводу трупа. У вас, значит, в вашем доме газовые колонки. Да. А вам предложили... Ну, в смете. Нет, в смете. Нет, нам ее и смету не показывали. В смете, как вы сказали, значилась замена труб горячей воды, которых у вас не существует. Нет, не сделали, ничего не делали. А деньги взяли. Очень прозрачная схема. Напоминаю, что вы смотрите в прямом эфире программу «Итоги политвестника». И у меня сразу же вопрос к гостям нашей студии. Сначала к вам, Илья. Вопрос к Илье Константинову. Вот смотрите, июль месяц. Казалось бы, пора отпусков. Все должно быть тихо и спокойно. Люди в садах, на огородах, на грядках. А здесь пылает Пугачев. Здесь, в Пензенской области, уже в Нижнем Ломове, начинается какое-то брожение. Буквально сегодня «Политвестник ТВ» выложил второй уже по счету сюжет, что под Уфой уже люди разбили палаточный лагерь, протестуют. А что же осенью будет? Ну, я начал бы с того, что для большей части России никаких отпусков не существует. Это для москвичей, питерцев, для жителей крупных городов понятие «отпуск» имеет реальное содержание. Для сельского жителя или жителя небольшого поселка, который с утра до ночи, не разгибаясь вообще, вскапывает свои грядки, какой для него отпуск?
Но самое главное, конечно, не в этом. Самое главное, на мой взгляд, состоит в том, что вообще социально-экономическая ситуация в нашей стране постепенно начинает входить в штопор. Это еще только первые признаки, это только первые ласточки тех событий, которые, по моему глубокому убеждению, ожидают нас в ближайшие месяцы и годы. Потому что... Ну, вот смотрите, извините, я вас сейчас перебью. Смотрите, сейчас люди соберут урожай. Ну так, ну, грубо говоря, выпьют, похмелятся, после чего им придут замечательные счета за ЖКХ и прочие-прочие прелести. И произойдет такое рука-лицо, понимаете? Будет просто ужас. Как прокомментируете? Я хочу сказать, что рано или поздно это случится все равно, неизбежно. Потому что можно оттянуть на месяц, два, три, но насквозь монополизированная и коррумпированная система ЖКХ, которая существует в нашей стране, а надо понимать, что там ведь вращаются миллиарды долларов, она не может начать работать в обратную сторону. Вот эта соковыжималка, понимаете, выжимание соков из населения, она уже запущена. В обратную сторону ее нынешняя власть запустить не сможет. Она может отложить повышение тарифов на какое-то время, на месяц, два, три. Она может снять одного мэра, другого мэра, одного чиновника, другого чиновника. Но соковыжималка все равно будет работать. И реакция на выжимание сока из нашего народа рано или поздно последует. Теперь у меня вопрос к Наталье. Надо сказать, что через полторы минуты мы включим скайп, поэтому вы уже можете пытаться связаться с нашей студией. Наталья, вот вы сейчас посмотрели сюжет из регионов. Скажите, а Алексей как-то связан с регионами? У него есть связь? Просто по моим скромным наблюдениям, его там не очень-то знают. Ну, пока нет. Действительно, это так. Но это в основном связано с тем, что Алексей физически не может постоянно объезжать все регионы. А, естественно, доступа к федеральным СМИ у нас нету, у Алексея нету. И, собственно, вот по этой причине мы начинаем с Москвы, так сказать, вот этот путь. Пусть во власть, что там говорить, потому что пора нормальным людям приходить во власть, чтобы вот этот беспредел наконец остановить. Регионы, безусловно, очень важны. Безусловно, все равно много решает Москва. Я думаю, что в какой-то момент будет, так сказать, сочетание и вот этих вот настроений, которые мы увидели в вашем сюжете, когда люди просто готовы были порвать вот этого чиновника. Они это вот в этот раз не сделали, но настанет день, да? И вот этих протестных настроений, которые в Москве существуют, безусловно, просто мы надеемся, что у нас скоро будут не просто сборы, так сказать, на митингах, но у нас еще и будут рычаги какие-то властного управления, так сказать. Тогда, возможно, начнет все меняться. Мы на это очень надеемся. Собственно, поэтому мы все так усиленно сейчас работаем над кампанией Алексея на выборы мэра. То есть есть какие-то наметки, чтобы идти постепенно в регионы, чтобы там люди узнавали, кто такой Алексей? Конечно, но Алексей вообще у нас народный кандидат сейчас вот в Москве, и он, в общем, человек абсолютно из народа. Он простой парень, он живет в небольшой квартирке, и его действительно, иначе я с ним не взаимодействовал так плотно, его действительно волнует, как будет жить этот народ. И в Москве, и в регионах. Что с ним будет дальше? Потому что сейчас, в общем-то, власть, мне кажется, прошла точку невозврата некую для себя. И они не смогут уже разрулить ситуацию назад и как-то улучшить жизнь россиян, а доставать это начинает россиян и в Москве, и в регионах, безусловно, очень важно, все больше и больше. То есть сейчас для нас благоприятная, так сказать, атмосфера в этом смысле, безусловно. Спасибо за ответ. У нас есть звонки по скайпу? Да, звонок по скайпу есть. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, кто вы, откуда вы, говорите вы в эфире. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире АВ-студио «Город Калуга». Я очень рад приветствовать вас всех в прямом эфире. И хочу сказать, что действительно очень важный вопрос сейчас заключается в том, чтобы Москва наконец вышла в регионы, в том числе с ситуацией с Алексеем Навальным. На самом деле мы здесь ездим по нашей Калужской области, наблюдаем вот этот весь беспредел, который здесь творится у нас в Калужской области, и понимаем, что, естественно, мы не выйдем никогда в прямой эфир, естественно, у нас не будет эфирного вещания, но, тем не менее, каким-то образом
Нам нужно создавать какую-то систему координации и взаимопонимания с тем, что происходит в Москве. А что вы конкретно предлагаете? Или у вас какой-то вопрос? Нет, не вопрос. Я предлагаю именно создать систему координации между Москвой и регионами. А, прекрасно. Я думаю, есть смысл, наверное, вам связаться со штабом Алексея, предложить какой-то план действий и план взаимодействия, да? Да, да, с удовольствием, пожалуйста, если можно ваши координаты получить, было бы очень хорошо. Я думаю, как-то повзаимодействуем, потому что для нас очень важно и то, что происходит за пределами Москвы, безусловно, потому что... Хорошо, в таком случае, я думаю, мы свяжемся в офлайне. Спасибо. Спасибо вам большое. У нас есть еще звонки? Больше пока звонков нет. Мы продолжаем нашу программу. Предвыборная кампания в Москве набирает обороты. Невзирая на то, что господа Навальный и Собянин рассматриваются как основные два кандидата на пост мэра, тем не менее... А, у нас есть еще один звонок. Да, хорошо, я тогда прерву свою песню и дам возможность людям высказаться. Сорвался звонок. Ну что ж поделать. Прямой эфир. Невзирая на то, что Навальный и Собянин рассматриваются как основные кандидаты в этой предвыборной гонке, тем не менее Сергей Семенович, на которого работает весь административный ресурс, Сергей Семенович решил отказаться от участия в предвыборных дискуссиях, в предвыборных баталиях, теледебатах. И о том, как на это реагируют другие кандидаты на пост мэра Москвы, наш следующий сюжет. Как вы оцениваете то, что господин Собянин отказался участвовать в дебатах? Ну, я вчера это прокомментировал официально, и во все информационные агентства передали мое заявление на этот счет. Вы знаете, ну, во-первых, я хочу сказать, что вместо того, чтобы проводить нормальные дебаты, то, что устроила Московская городская избирательная комиссия, это пародия на дебаты. Это, понимаете, дебаты, в которых участвует 6 кандидатов, часовые дебаты по 10 минут на одного кандидата, причем на одном из каналов, по-моему, 8 часов утра, да, а на втором канале всего 3 раза за всю избирательную комиссию. В принципе, конечно, это, я еще раз хочу сказать, это скорее пародия на дебаты, чем нормальные реальные дебаты, которого все добивались. Я не вижу никаких препятствий для того, чтобы дебаты были на канале ТВЦ. Никаких не вижу препятствий. Но даже такие дебаты лучше, чем отсутствие любых дебатов. Поэтому я, конечно, считаю, что все кандидаты обязаны принимать участие в дебатах. Если они уважают москвичей, если они уважают своих избирателей, это их долг принять участие в дебатах. Ну и все-таки, если один из кандидатов претендует на то, чтобы он был избран мэром, причем хочет, чтобы его избрали мэром в первом туре, он должен выслушать мнение других кандидатов по поводу той политики, которая проводится в Москве, выслушать предложения других кандидатов и как-то отреагировать на них. Я считаю, что это большая ошибка, и надеюсь, что москвичи из этого сделают серьезные выводы. Скажите, пожалуйста, а как вы оцениваете несколько лет работы господина Собянина в должности мэра? Какую бы оценку вы ему поставили? Вы знаете, я, пожалуй, не математическую оценку поставлю, а скажу таким образом. К сожалению, большая часть проблем, с которыми он столкнулся в начале своей деятельности, он их разрешить не сумел, а скорее эти проблемы еще больше за эти 3 года усугубились. Это касается и проблем ЖКХ, и транспортных проблем. К сожалению, на мой взгляд, ухудшилась и социальная политика в Москве. То, что имели москвичи 3 года назад, по сути, ничего почти не индексировалось, а из-за того, что растут цены, тарифы, темпы роста зарплаты сильно отстают от темпов инфляции, все это приводит к тому, что уровень социальной защищенности снижается. Надо набраться мужества, духа и выдержать разговор лицом к лицу с оппонентами. Это был бы мужской поступок. А так,
Это, ну, мне кажется, просто, ну, позорно. Я по-другому слова не могу подобрать. Может быть, пора уже в законодательство выборное внести такой пункт, чтобы обязать кандидатов участвовать в дебатах, а также вернуть нижний порог явки и графу против всех? Законодательству надо много чего вернуть, что из него выбросили. А дебаты должны быть обязательными. Кандидат, не участвующий в дебатах, если нет уважительной причины какой-то, ну, мало ли, несчастный случай или еще что-то, я думаю, что его должны снимать с выборов, потому что это нечестно. Никто не знает, что у него на уме, с чем он идет к избирателям. По плакатам и заранее срежиссированным выступлением понять это невозможно. Это можно выяснить только на дебатах. А в чем самый главный пункт, по которому за вас должны проголосовать москвичи? Самый главный. Я разверну московскую власть лицом к москвичам и поверну ее спиной к ворам, коррупционерам и корыстному бизнесу. А как вам это удастся? Ведь мэр Москвы — это всего лишь мэр. От этого государственная система не поменяется. Если я стану мэром, я буду иметь колоссальную поддержку москвичей. Это будет такая каменная стена, опираясь на которую я смогу противостоять любому давлению федерального центра. И кроме того, я буду вести диалог. А история Урлашова ничему не учит? Вы знаете, я, так как Урлашов, подставляться не буду, и у меня нет таких потребностей, и у меня все будет выстроено так, что никто не сможет даже спровоцировать какие-то уголовные обвинения в мой адрес. Я пришел сюда к вам для того, чтобы попытаться убедить вас, донести что какие-то идеи до вас, для того, чтобы вы помогли мне пробить вот эту вот стену телевидения, телепропаганды и так далее. У меня нет возможности через телевизор всех оболванивать. Для меня нет возможности билборды по всей Москве повесить. Но я верю, что есть у меня что-то гораздо более важное. Вот люди, к которым я могу прийти и во дворах с ними поговорить. Пусть Собянин отказался от проведения дебатов. Ну, струсил. Пусть они не дают телеэфиров для других кандидатов. Боятся. Но вас совершенно точно у меня никто не отнимет. Никто не отнимет у меня возможности встречаться так с людьми во дворах. Я верю, что, опираясь на этих людей, можно победить. И я верю, что все мы, объединившись, сможем построить себе действительно отличный город, где мы будем наслаждаться жизнью с нами, сами и с нашими детьми. Напоминаю, что вы смотрите в прямом эфире программу «Итоги Политвестника», в которой мы подводим политические итоги ушедшего июля 2013 года. И в нашей студии гости – это Илья Константинов, член Координационного совета оппозиции, и доверенное лицо кандидата в мэры Москвы Алексея Навального Наталья Пелевина. А у нас звонок по скайпу. Здравствуйте. Откуда вы? Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Это Шишкин Алексей Константинович, вас беспокоит, Александр. Здравствуйте, Алексей Константинович. Мы очень слушаем. Рад вас видеть. Ну что, после показа ролика, который был сделан вами, Палазник со своей свитой организовал очередное совещание с показом этого ролика. А это в Нижнем Ломове, я так понимаю, да, господин Палазник. Да. То есть данное совещание были приглашены все депутаты города и района. Представителей, то есть Единой России. Далее, КПРФ, лоббирующий интерес Единой России, представитель Союза пенсионеров, также был глава Щербаков, которого вы так обсуждали. И самое интересное то, что были приглашены еще Пензенское телевидение и издательский дом «Пензенская правда», который также печатает ложную информацию и показывает. Это провластные, я так понимаю, средства массовой информации. Да, да, да. После просмотра этого ролика были организованы дебаты. И вот глава города Щербаков так характеризовал людей. Но вы же сами там были, присутствовали, да? Что там собрались 3,5 человека. Один пьяный, обкуренный, остальные так ходили мимо. Это говорит о том, что слуга народа говорит о своих избирателях. Власть, которая, как бы она ни была, она должна иметь в себе силы выслушать боль своих людей и попытаться найти компромисс, а не прятаться от народа. И вот почему там все вопросы, заданные мной и другими лицами, на этой встрече остались без ответа и также не вошли в этот антиролик. А самое интересное, на заданные вопросы нет ответов потому,
что фирма ООО «Теплоэнергоком», которая устанавливает узлы учета прошлого поколения по баснословной цене, учредителем является муниципальное образование город Нижний Ломов. Уставным капиталом 7000 рублей, доля 70%. То есть господин Щербаков имеет прямое отношение к этой фирме, да? Да, они учредители. Вывод, жители грабят местной власти. Далее, все эти учредители подотчетны главе Полазнику. Вот почему все местные надзорные, даже федеральные органы бездействуют. То есть, одним словом, крышуют. Алексей, ваши следующие действия какие будут? Следующее действие. Мы вчера провели еще один, у нас одна была, как сказать, встреча с депутатом, то есть со мной, где присутствует более 150 человек. На встрече я рассказал своим избирателям, что это теплоэнергоком, как незаконно бралась надбавка рубль 64, где тот же глава муниципального образования Щербаков только за один год сумма незаконной прибыли составила у них 7 миллионов рублей. После этого организация пропала, как мы нашли. Вот. И сейчас у нас жители, как вы же видели, там, как показывали исковые заявления, что принуждают жители ставить счетчики. Узлы, что будут делать сами жители, Алексей? А жители, сейчас 9-го будет суд, и инициативная группа жителей поедет все-таки к этому мировому судье и будет смотреть в глаза. То есть на каком же основании? Документов они никаких не предоставляют. Понятно. Спасибо вам большое за информацию. Ну, может быть, как-нибудь прокомментируете, что происходит? Ну, я хочу сказать, что отрадно уже то, что на местах появляются инициативные группы людей, которые способны не просто в разовом порядке выйти вот и выразить свое возмущение, понимаете? Это как бы первый этап пробуждения общества. А здесь мы уже видим, по сути дела, следующий этап пробуждения общества. Формирование инициативных групп, которые работают на более-менее такой стабильной, постоянной основе. И если дело так пойдет дальше, то, может быть, действительно мы увидим рождение и развитие в нашей стране настоящего, свободного гражданского общества. Да, это Бог. Ну, вы теперь понимаете, Наталья, как важно иметь связь с регионами? Конечно. И, кстати, как всегда говорил Алексей, он говорил, что это очень важно, чтобы были Навальные, ну, имея в виду ту работу, которую он по коррупции проводил, в регионах и вообще в стране, чтобы было как можно больше таких людей. Вот мы видим, что такие люди действительно есть, что они там работают в тяжелых, наверное, условиях, потому что прессинг тоже, скорее всего, имеет место быть. Вот это очень важно, чтобы это продолжалось. Я думаю, что это ключ наш к изменениям, к переменам. Тем не менее, знаете, система-то продолжает лютовать. Тот вопрос, который я задал Сергею Сергеевичу Митрохину, адресую и вам тоже, как доверенному лицу Алексея. История с Урлашовым Евгением ничему не научила. Ведь захотят, посадят же. Какой смысл? Ну, это правда, потому что Навальный не Васильева, он обычный человек. Он человек несистемный, поэтому если его захотят все-таки посадить, скорее всего, это произойдет. Мы сейчас об этом не думаем. Мы сейчас концентрируемся исключительно на кампании предвыборной. Мы намерены участвовать в этих выборах. И вот, собственно, вот мы мыслим именно так. Мы без оглядки, так скажем, на потенциальную посадку. Хотя, конечно, мы все прекрасно понимаем, что, во-первых, приговор он есть, он существует, он не был отменен, мы еще пока не знаем, что произойдет по апелляции, еще пока у нас никаких новостей по апелляции нет. Конечно, такое может произойти. Но у нас сейчас все силы брошены, и все наши эмоциональные ресурсы вот задействованы сейчас в нашей кампании. Наталья, отказ от дебатов – это такой фирменный стиль питомцев «Единой России». Собянин отказался участвовать в дебатах. Более того, стало известно о том, что дебаты вообще будут проходить потом в записи. То есть их запишут, а потом уже будут транслировать. Какой смысл-то в таких дебатах? Ведь ножницы порежут все, что нужно. Конечно, безусловно. Это очень сильно разочаровало всех, в первую очередь Алексея, что Собянин отказался. В принципе, в какой-то степени, в общем-то, это ожидаемо, безусловно, потому что, как в свое время Путин сказал, что о чем мне там дебатировать,
Вот, собственно, в том же, естественно, поле все существует. Очень жаль, Алексей был готов к этим дебатам, он сейчас готов и хочет участвовать в дебатах. В записи, конечно, это непонятно, что это будет. Но это, да, это какой-то такой фарсовый вариант дебатов. И, безусловно, Собянин, понятно, что ему просто нечем крыть. Если ему в прямом эфире вживую будут задавать неудобные, как принято говорить, вопросы, непонятно, чем это для него закончится. Потому что ему ответить будет просто на большинство вопросов просто нечего. Илья, вы, кстати, в 90-м году стали депутатом Верховного Совета и да. были им вплоть до 93-го года, когда произошли вот эти все, когда произошел государственный переворот, Ельцин совершил госпереворот. Когда вы становились депутатом, как это все происходило? Это было честнее, прозрачнее? Каким образом? Конечно, это было честнее, конечно, это было прозрачнее, причем на порядок. Дело в том, что именно выборы 90-го года, на мой взгляд, были самыми свободными выборами в истории нашей страны, ну, по крайней мере, последних десятилетий. Дело в том, что тогда, понимаете, партийная система, которая контролировала до этого жестко все проявления, так сказать, политической активности граждан, она уже начала разлагаться, а новая бюрократическая вот эта вот силовая олигархия, которая сформировалась в последние годы, она еще не оперилась. И вот появилась такая лакуна, появилась такая пауза, пауза свободы, понимаете? Сейчас, конечно, ничего похожего нет. Сейчас за более или менее свободные, за более или менее честные и за более или менее открытые выборы придется очень серьезно сражаться. Сверху, так сказать, по мановению царской руки этого сегодня не будет. У меня к Наталье вопрос. История в последних дней такая была интересная с похищением баннеров Алексея Навального, когда москвичи сами вывешивают баннеры на своих балконах. Это их собственность, там приватизированные квартиры, приватизированные балконы, разумеется. И через какое-то время там спускается гастарбайтер с небес, ну не с небес, с крыши, и просто обрезает или там отрывает этот баннер. И Алексей написал Собянину письмо, в котором там... Собянин ответил что-нибудь Алексею? Насколько мне известно, пока не ответил. Что там ответить? Это такая, в общем, фарсовая в чем-то ситуация, потому что действительно с риском для жизни, безусловно, этих людей, этих несчастных парней, значит, заставляют спускаться по этим веревкам и срезать эти баннеры. У нас есть даже ряд фотографий, как это происходит. Ну, это, конечно, власть превращается вот реально в фарс вот в таких вот ситуациях. Мы продолжаем эти баннеры, значит, печатать, все равно они вывешиваются, многих из них постигает вот эта вот участь. А Собянин что может ответить? Вот что он реально может на это ответить? А вообще, насколько это законно? Я тебя боюсь, Леша, или что он может на это сказать? Очевидно совершенно, что абсурдно. Конечно, сейчас, когда у нас даже по официальным, так сказать, цифрам у нас 17,9%, это очень серьезно, рост идет хороший у Алексея. И поэтому, собственно, я думаю, что беспредел этот очень забавный подчас. Мы будем еще видеть много. Ну, о Навальном спрашивают не только Собянина, или там Собянин вообще ничего не отвечает, у него зрачки не реагируют на свет. А вот у Путина среагировали, между прочим, на Селигере, когда его попытались протроллить. Но в ответ он мастерски протроллил всю страну. Как это было, мы сейчас посмотрим. Вопрос про Навального. Довольно интересная личность. Я считаю, на мой взгляд, у него много каких вещей получается. Вопрос не в этом. Навального арестовывают, отпускают. Арестовывают, отпускают. Это продолжается так долго. Существует слух, что последний раз... Он тоже, может быть, привлекает так к себе внимание. Да, последний раз лично вы отдали приказ, чтобы его выпустили. Существует такой слух, что Навальный – это проект Госдепартамента США. Еще есть слух, что Навальный – это проект так называемой команды Медведева. Значит, еще есть множество слухов, чей проект Навальный. А вот, Владимир Владимирович, у меня следующий вопрос. Так, положа руку на сердце, скажите честно, Навальный – это ваш проект? Каждый конкретный человек, если является чьим-то проектом, то только проектом своих родителей. А
вот все, что происходит в политической сфере нашей страны, отчасти, конечно, не во всем, но имея в виду два моих предыдущих президентских срока, работу в качестве председателя правительства, так или иначе, все эти люди являются результатом отчасти хотя бы моей деятельности. В чем заключается ее смысл и цель? В том, чтобы общество имело возможность познакомиться с разными людьми и с разными точками зрения на решение тех или иных проблем, перед которыми стоит страна, и на движение нашей страны к лучшему будущему. Вот в этой связи, безусловно, вот вы написали «Креативный класс» и привлекли к себе мое внимание. Поступили очень грамотно. Можно начать борьбу с наиболее острыми проблемами. Ну, например, с коррупцией. И этим тоже привлечь к себе внимание. Я считаю, что любой человек, который так или иначе настроен на борьбу с тем или иным злом, он сам, прежде всего, должен быть безупречным. В этой связи, скажем, если ребята вот хотят бороться с алкоголем, они сами не пьют наверняка. Даже по праздникам не пьют. Понимаете, вот это очень важно. Это первое. Второе, нужно всем научиться действовать в рамках закона. И не просто шуметь и кричать «держи вора», а предлагать какую-то платформу. И быть при этом корректным, не проявлять агрессивности. Что касается приговоров, я за этим, поверьте мне, не слежу в ежедневном режиме. Мне показалось странным, не спорю, что один из проходивших по этому делу фигурантов, который начал сотрудничать со следствием, получил 4,5 года условно. А второму фигуранту, о котором вы упомянули, вломили 5 лет реально. Но это суд сам должен определить, что там и как. Но я думаю, что самое главное, в том числе и когда мы принимали решение о либерализации политической деятельности и упрощении регистрации политических партий, заключалось в том, чтобы каждый мог проявить себя. А люди оценили, дали оценку тому, что это значит и можно ли этим тем или другим гражданам доверять. Посмотрим в ходе политической кампании. Посмотрев это видео, в народе сразу же родилась шутка по поводу золотого зуба во рту Владимира Путина, что якобы после своего развода с Людмилой он таким образом переплавил обручальное кольцо. Но, тем не менее, упречный Путин выкрутился. Вот вам, Наталья, не выкрутится. Знаете, был такой вопрос много лет назад. Who is Mr. Putin? А теперь вопрос гуляет такой, чей проект Алексей Навальный, это проект Фридмана, Альфа-групп, примкнувших к нему системных либералов, такой Ельцин 2.0, как часто приходится слышать. Ну, я хочу согласиться в каком смысле с Путиным, что Алексей является проектом его деятельности, если продуктом, по-другому переформулируем. Если по деятельности подразумевать тотальное воровство, гарантом которого он стал. Это единственное, чем гарантом чего стал Владимир Владимирович за годы своего управления. Поэтому в этом смысле Алексей, который взялся за дела о коррупции в нашей стране, в общем, наверное, в этом смысле он действительно продукт вот этой деятельности Владимира Владимировича и его, так сказать, приспешников за последние все годы. Что касается проекта, чем проект, естественно, он, опять же, возвращаясь к проекту, он проект народа. Мне кажется, что если бы не был это Алексей Навальный, это был бы человек с какой-то другой фамилией. Но такой человек должен был появиться, который бы взял на себя труд заниматься всем вот этим вот грязным, подчас ну, серьезным, очень трудоемким вообще делом. Коррупционные дела в стране, мощные, большие коррупционные дела, а не какие-то мелкие, хотя там разными занимается Руспил Алексей. Этот человек должен был появиться в любом случае. Им стал Алексей. Человек, который не безразличный, человек, который идет на огромные для себя риски, который, в общем-то, действительно очень серьезно ставит много личных всяких интересов и семейного благополучия на карту, пытаясь что-то сделать для нашей страны. То есть, в общем-то, он появился, потому что такие люди исторически должны появляться.
И я надеюсь, что и будут появляться и впредь. Но никто денег в раскрутку Алексея Анатольевича не вкладывает. Нет, я так не люблю этот вопрос, только потому, что я просто хорошо знаю. Мне часто приходится его слышать, да. Я вам его переадресовал. Ну вот, да, я отвечу, что нет, конечно же, нет. Конечно же, нет, никаких там олигархов за ним не стоит, никаких финансов от олигархов он никогда с целью, там, так сказать, работать на их интересы никогда не принимал. И он вообще очень самостоятельная личность. Он, а кейсы разоблачительные? Это, он, это продукт он, его деятельности? Конечно. И нет. Деятельности его команды? А кто-то думает, что это заказные дела? Ну окей, пусть думают так. Это не так. Я, кроме этого, я не знаю, что еще на это сказать. Действительно, человек просто не безразличен. Действительно, человек взялся за это, увидел, что там огромное количество работы и продолжил этим заниматься. Расширил там состав вокруг себя людей, которые этим занимаются вместе с ним, помогают. Юристы, которые работают в Роспиле, в фонде по борьбе с коррупцией. Вот, собственно, вот, вот все. Более этого там просто ну, ничего нет. Ну вот честно. Вопрос еще один. Я же не успокоюсь. Ельцин пришел к власти демократическим путем. Но буквально через полгода, максимум через год, вся эта клептократия, обкомовская номенклатура быстренько регенерировалась и опять заняла главные ведущие места в правительстве и так далее. Где гарантия, что придя к власти, Алексей не допустит повторения ельцинских ошибок? Что он не станет опираться на быстро восставшую из ада ту же самую бывшую, ну скажем, ядросовскую номенклатуру? А просто он не захочет предать всех тех людей, которые в него верят. Он просто это не позволит себе. Это его личное качество. Ельцина тоже верили. Качество. Миллионы верили. Зачем? Десятки. Он нашел в себе возможность предать тех, кто в него верил. Алексей просто этого не сделает, потому что его человеческие качества ему не позволят это сделать. Вот точно так же, как вот мне говорят, да все воруют. Я слышу это периодически. Почему? Например, я вот не ворую и никогда не стану воровать. Мне плохо станет, если я ручку вот с вашего стола возьму и не верну. Я вот реально, мне будет просто физически плохо от этого. Такие люди есть. И Алексей один из таких людей. И он никогда не позволит этого ни себе, не позволит это никому, кто будет с ним работать в будущем. Просто эти люди, если вдруг они окажутся чуть-чуть менее, так сказать, прозрачными и что-то себе будут позволять, они сразу будут вышиблены оттуда, из его команды. Это совершенно однозначно так. Вопрос к Илье. Скажите, пожалуйста, вы человек с богатым политическим опытом. Что нужно сделать для того, чтобы не повторить ошибок ельцинской демократии, которая выродилась в демократию суверенную, а теперь вообще уже Бог знает во что? Чтобы не повторить ошибок ельцинского периода, нужно не уповать на бога, царя и героя. Я с большой симпатией и уважением отношусь к Алексею Навальному, поддерживаю его и буду поддерживать на выборах. И из этого вовсе не следует, что я или, так сказать, любой здравомыслящий человек может поставить все свои надежды, все свое будущее, будущее своей страны, будущее своих детей на одного героя. Никогда, ни за что, ни под каким видом. Люди должны брать власть в свои руки. Вот мы видели сегодня сюжет из этого маленького городка, по-моему, Пензенской области. Нижний Ломов. Да. Ситуацию надо брать под контроль самим. Самим нужно вставать с дивана, самим нужно начинать работать. Вот Наташа сказала сегодня о том, что Алексей Навальный ждет, когда появятся тысячи таких Навальных. А я жду, может быть, еще больше, когда появятся тысячи, десятки тысяч таких Навальных. И вот когда общество действительно проснется, не один человек, не сотня, не тысяча, когда народ проснется и сам начнет решать свою судьбу, никакого повторения авторитарного сценария уже не получится. Вопрос к Наталье. Единороссы очень сильно возбудились, узнав, что буквально за неделю Алексею удалось собрать около там, 30 миллионов рублей, что ли, на свою предвыборную кампанию. Да. А Алексей готов, что его могут просто снять с дистанции? Что он предпримет, если это произойдет? Ну, если они будут проверять, то они нам ничего, во-первых, не дойдут. Это мелкие пожертвования, относительно мелкие. Среднее пожертвование где-то в районе 200, по-моему, тысяч рублей. То есть это там $100, грубо говоря. Просто их очень много. Очень жестко мы придерживаемся всех правил, которые связаны с пожертвованиями. То есть люди, во-первых, это граждане России все, потому что люди дают свои паспортные данные, имя, фамилия, год рождения там, и так далее. Там, все это очень четко соблюдено. Именно потому, что мы хорошо понимаем, что попытаются к чему-то придраться. Я думаю, что они просто не думают, я знаю, что они ничего не найдут, поэтому, собственно говоря, здесь.
Больше нечего сказать. У нас звонок по скайпу. Здравствуйте. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, откуда вы, и задавайте вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Алексей Машенцев. Я из Нижнего Ломова, Пензенской области. Я хотел продолжить тему баннеров, которые снимают таджики с балконов. Баннеры Алексея Навального. Алексей после этого написал в своем блоге, что таджики могут разбиться с балконов на многоэтажах, а те, кто не разобьются, могут беспрепятственно проникать в квартиры москвичей. Так вот, вчера мне довелось побывать в районе Щелкового вокзала. К сожалению, вы пропадаете. Еще раз, вам удалось побывать в районе и вот с этого места? Вокзала. Да? Мы слушаем. Вот, и я наблюдал такую картину, что двое кавказцев по тряпкам, которые свесили с третьего этажа, выбегали из квартиры. Вот. Бой проходящий, и мы, соответственно, к большому сожалению, очень плохая сейчас связь. Да, кстати, начались облавы в Москве, начались облавы на приезжих, на граждан Средней Азии и так далее. Давайте так по порядку. Сначала вам, как вы относитесь к этому? Вы приветствуете это или осуждаете? Любые облавы вызывают у меня недоумение и отвращение. Я отнюдь не сторонник заселения Москвы бесчисленными гастарбайтерами. Но любые проблемы должны решаться законно и цивилизованно, с учетом, так сказать, потребностей и местного населения, и приезжих. И самое главное, с подчеркнутым уважением к человеческой личности. Вот без этого нельзя. Поэтому вот эта компанейщина, когда мы сегодня завозим миллион, а завтра для того, чтобы снискать расположение местных жителей, 100 тысяч выдворяем, вылавливаем и выдворяем. Вот эта вот компанейщина и показуха ничего, кроме раздражения, по-моему, у людей вызвать не может. Я согласна, да, что вообще понятие зачисток, оно крайне неправильное, а именно так это начинает выглядеть, и что действительно какая-то реакция экстремальная, наверное, на один инцидент, это всегда, в общем-то, выглядит ужасно и ощущается очень неприятно, и действительно должно быть все по закону, я совершенно здесь согласна, и, наверное, действительно надо пересмотреть ситуацию, которая вообще к этому привела, вообще, что не так в обществе, и в частности в Москве, что действительно такое количество гастарбайтеров, и, в общем-то, они подчас позволяют себе вот то, что позволил себе тот человек, в результате которого вот это сейчас все происходит. Всегда какая-то, вот у властей, у российских, всегда какая-то вот перегиб всегда какой-то. Вот всегда вот в экстрим бросает. Нельзя ничего размеренно, нельзя ничего как бы так по-цивилизованному делать. Вот обязательно какой-нибудь экстрим да бросит. Так что нет, конечно, это выглядит все неприятно. И самое главное, противозаконно. И бесчеловечно. В первую очередь. Да. Еще один вопрос, который пришел в чат нашей программы. Сегодня на эхе Москвы Владимир Войнович, такой литературный пророк, предрек очень горячий сентябрь, который потрясет Россию. Вы верите, что это произойдет? Я думаю, что это зависит от властей. Вот если власть не извлекла никаких уроков из того, что происходило полтора года назад, год назад и так далее, если власть попытается, например, на предстоящих в Москве выборах мэра устроить такую карусель, как была устроена, например, на думских выборах 2011 года, то я не удивлюсь, если на улицы выйдут не десятки, а сотни тысяч москвичей. И такое же может произойти и в других регионах, там, где сейчас вот готовятся и происходят выборы. Все зависит от власти. Все сейчас в ее руках. Или она сделала какие-то выводы и начнет, пусть под давлением снизу, пусть, так сказать, неохотно, пусть, что называется, перегибая себя через колено, но начнет хотя бы в каких-то вопросах следовать закону, или она, очертя голову, бросится в полный произвол насилия и диктатуру, ну и тогда держись. Вам тоже сами вопрос. Вы согласитесь с Владимиром Войновичем или поспорите с ним? Я действительно считаю, что действительно очень многое может произойти осенью. Большая часть этого будет зависеть от того, что произойдет на выборах, на мэрских.
Мы проведем максимально хорошую, отличную кампанию со своей стороны. Мы надеемся на хороший результат. Предпосылки для этого есть. Что произойдет дальше, действительно, будут ли массовые, значит, соответственно, фальсификации результатов, результатов это отдельно вообще на выборах, и потом результатов, возможно, как в России часто уже говорят, там, они нарисуют, что захотят, то и нарисуют. Вот если нарисуют, что захотят. Ну, Чуров-то жив. Вот именно. Бессмертный. Где-то он есть. Мы его не видим, но он где-то есть, точно, да. И поэтому, если они это себе позволят, то можно ожидать чего угодно, я думаю, потому что россияне, которые вот сейчас приходят на встречи с Алексеем, вот явно не готовы, чтобы у них украли их голос. И не готовы все те, которые выходили с 18 числа на площадь, на Манежку тоже. То есть таких людей уже достаточно много. И это не просто хипстеры, это уже теперь и бабушки, и дедушки, и люди, которые, в общем-то, может быть, аполитичные, но которые теперь постепенно узнают, кто такой Навальный, и если они за него проголосуют, а я надеюсь, многие за него проголосуют, то когда голос их будет украден, будет реакция однозначно. Поэтому события, я думаю, можно ожидать. В общем, Чуров, жги. Без твоего волшебства эту систему, похоже, уже не спасти. Благодарю вас, Наталья, благодарю вас, Илья, за то, что приняли участие в нашей сегодняшней программе. Таким увидел уходящий июль 2013 года телеканал «Политвестник». И наступил август, месяц кармический, и в историческом плане он всегда подсказывает нам, что никакая власть не вечна, а свобода, она всегда выстраивается внутри вас. Желаю вам счастливой жизни, свободной жизни и хороших новостей. Смотрите «Политвестник». Увидимся. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Ты вернешься ко мне весной. Мы посадим леса и устроим рай в шалаше. Когда закончится все, а будет объем в душе. Когда закончится нефть, и наш президент помрет.